Открытая трибуна. В Украине стартует футбольный сезон. Какое место, по-вашему, займет Черноморец? Каким видите будущее команды? Очень хотелось бы, чтобы Черноморец занял это. Вот мой муж, он любитель футбола, и у меня в Америке оба зятя, и внук занимается футболом, не американским, а саккер, европейским футболом. То есть мы, наша семья в этом. И мы будем болеть за Черноморец. Черноморец, если постарается, будет все хорошо. Я вижу, как тренируется. Мой племянник тренируется в Черноморце. Правда, ему 4 года. Но вот скоро все будет налаживаться, как мне кажется. Но по поводу Черноморца я вам могу так ответить, что моя любимая вообще команда – это не Черноморец, но глядя на статистику самой команды, какое место она займет, честно говоря, результаты я им не могу сказать. Но в первую тройку она точно не войдет, к сожалению. Черноморец, к сожалению, не радует, и не радует давно, систематически и давно, и не только со времен суверенной Украины, еще со времен Советского Союза. Постепенно радовать стал все меньше и меньше. Высшее достижение – это третье место в чемпионате Союза, когда тренером был Ахмет Алискеров, ныне покойный, к сожалению. Ну, при Никите Павловиче Симоняне кое-что достигали. Еще, может быть, при паре тройки тренеров. Прокопенко, естественно, очень неплохо поработал, тоже, к сожалению, покойный. Вот такого уровня тренеры нам нужны были бы. Ну и, соответственно, мотивация игроков. Играет же не тренер, играет команда, отвечает за все тренер. Поэтому у коллективной игры есть коллективная победа и есть один конкретный виновник – это тренер. Какое место займет Черноморец? Всегда голосовала и поддерживала «Динамо Киев». Но с некоторых пор у меня такое впечатление, что киевлян в этой команде осталось совсем мало. Поэтому, наверное, можно поддерживать и Черноморец. Выиграет обязательно. Я могу только пожелать хороших успехов команде одесской. Поэтому эксперт очень слабый. Могу только пожелать очень таких побед. Я, во-первых, не знаю, что такое Черноморец. Стадион Черноморец, да, команда когда-то была. А сейчас не знаю, не могу сказать. Я не любитель футбола. Райкин же сказал, говорит, каждому раздать по мячику и пускай бегают. Открытая трибуна.